Заседание Объединенной контрольной комиссии состоялось. Приняли 6 докладов Объединенного военного командования. Ситуация в зоне безопасности под контролем. Сегодняшнее заседание Объединенной контрольной комиссии вернулось в нормальное рабочее русло, и нам удалось сегодня рассмотреть 7 докладов Объединенного военного командования. 6 из которых мы приняли к сведению, то есть признаем о том, что ситуация в зоне безопасности контролируема, управляема и находится под контролем совместных миротворческих сил. Один доклад перенесли на следующее заседание ОКК. Он касается инцидента 2 мая. Неизвестные обстреляли машину приднестровского пограничника. Ведется разбирательство.